приглушаем звуки, мы убираем руки, мы тонко чувствуем момент, когда опасно. Трамвай слишком душно, бежим скорей наружу, и я не вспомнил дня, когда мне стало ясно. Наш вождь глядит с экрана, не зная, как ни странно, что он для жителей страны объект насмешек, тем слаще весь монарха, без жалости и страха. Он отслоит в лагеря детей и женщин. Вот и дом, престол или острог, одинаково несчастны победитель с проигравшим. Как грустна любимая страна, перелететь сквозь время, узнать, идет ли кто на звук моей гитары. Но чудес сюда не завезли, где в карманы не положишь, каждый день одно и то же. Тонет тень в асфальтовой пыли, ты уйдешь, я не замечу, до свидания, до встречи, на другом краю земли. Еще было пусто, камень еще не разбил стекло.
и шла по осажденной стране. Меня пасли шпионы, меня ждал римский плен, но Господь был все время на моей стороне. Я дочь плотника из Назарета, я пришла спасти свой народ. Если ты уверуешь в это, Царствие небесное к тебе придет. Я обнимала женщин, я ласкала мужчин, я принимала на себя их страдания и боль. И каждый, кто встречался на моем пути, буквально понимал, что Бог есть любовь. Святоши обвиняли меня в колдовстве, пугали проклятием моих рыжих волос. Но я шла к себе и шла меж пустых деревень, и я была не ведьма, а Дева Христос. Я дочь плотника из Назарета, я пришла спасти свой народ. Если ты уверуешь в это, Царствие небесное к тебе придет. Я поняла, что этот парень меня предаст, когда в объятиях почувствовала дрожь его рук. И вот шаги у дома в оговоренный час, меня ждет жестокий и неправедный суд. По голой спине гуляла толстая плеть, меня пускали по кругу ради плотских утех. Я приняла позорную и страшную смерть за всех мужчин и женщин, абсолютно за всех. Я дочь плотника из Назарета, я пришла спасти свой народ. Если ты уверуешь в это, Царствие небесное к тебе придет. С тех пор прошло уже 2000 лет, и я была бы забыта, если б не сплетни и ложь, из которых составлен библейский текст. Но мужчина утер, на меня не похож. Теперь по всей планете воздвигают кресты, об этом пишут книги и снимают кино. Но в этом нет ни грамма настоящей любви, ведь в мире только женщина, любовь и Господь. Я дочь плотника из Назарета, я пришла спасти свой народ. Если ты уверуешь в это, Царствие небесное к тебе придет. Я дочь плотника из Назарета, я пришла спасти свой народ. Если ты уверуешь в это, Царствие небесное к тебе придет. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, бюст Володи Ленина в Коктебеле есть. Бюст Володи Ленина в Коктебеле есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут туристы, люди-дикари, антикоммунисты, злобные внутри. Антикоммунисты, злобные внутри. Там живут туристы, люди-дикари. Ни хрена не делают, пофиг все дела, лишь по пляжу бегают, в чем мама родила. Лишь по пляжу бегают, в чем мама родила. Ни хрена не делают, вот и все дела. Трахаются, колятся, спят почти весь день, Господу не молятся, пьют один портвейн. Господу не молятся, пьют один портвейн. Трахаются, колятся, спят почти весь день. Вроде не бездельники и могли бы жить, если бы бюст Ленина как святыню чтить. Если бы бюст Ленина как святыню чтить. Вроде не бездельники и могли бы жить, но узнал о Ленине Путин чудодей, и наслал на Крым он вежливых людей. И наслал на Крым он вежливых людей, чтобы вырвать Ленина до всех пиздюлей. Но прошло 2 года с ночи до зари, гадят на природе все так же дикари. Пьют портвейны, курят всякую траву, Путина и Ленина видели в гробу. Я получила наконец первый паспорт, мне сказали, в этом возрасте ебаться в нашей стране строжайше запрещено. Ты можешь быть достойна оваций, но к несчастью забеременеть в 15 нету страшнее буквально ничего, да только нахуй. Мне жизнь без любви, скажите нахуй. Мне жизнь.
без любви я не согласна. На жизнь без любви, без любви. Восторженной улыбкой.
И тогда наверняка Путин выжрет мужчинка, обожмет вас лет, ему поможет скрипкой. С диктатуры столбняка начинаются века, окончаются восторженной улыбкой. С диктатуры столбняка начинаются века, окончаются восторженной улыбкой. Без улыбки станет всем мертвей. Мы исчезнем до последней капли крови. Пускай повсюду на земле, будто лампочка нам светит крематорий. И тогда наверняка Путин выжрет мужчинка, обожмет вас легким, поможет скрипкой. С диктатуры столбняка начинаются века, окончаются восторженной улыбкой. С диктатуры столбняка начинаются века, окончаются восторженной улыбкой. Пишу тебе это письмо раскаяния из психиатрической лечебницы имени святого равноапостольного Рамзана Кадырова. Свет погас в окне далеком, сочиняя эти строки. Я как в детстве плачу, я одна. Наша Русь. Но теперь я изменилась и жую ночами силос, и ни с кем я больше не ебусь. Мама, я не буду феминисткой, больше не буду феминисткой, я не буду больше никогда. Когда Путин станет всех круче в мире, всех богаче и счастливее, пусть завидует нам каждый правосек. Патриоткой стать не поздно, пусть Сочи прямо к звездам сделает шаг русский человек. Никогда. Подруги новенький девайс, он для плачей экстаза. Олень
работаешь в магните на кассе, а я третий год в девятом классе. Тебе пророк запрещает вино, а я круглые сутки в говно. Ты живешь по шариата понятиям, а я мечтаю лишь об объятиях. Ты экстремистка, ты исламистка, а у меня нет цели в жизни. Инструкция.